Всем привет! У нас сегодня будут покупки из магазина «Пятерочка». В общем, у нас в городе они открываются, как, я не знаю, как грибы, наверное, растут в лесу. В общем, очень быстро. И мы были в «Пятерочке» первый раз. И что же мы там купили? В общем, мы купили вот такое вот подсолнечное масло. Оно у нас с добавлением оливкового. Тут написано... В общем, здесь у нас идет 810 миллилитров. В общем, такое масло взяли. Также взяли цикорий. Такой вот. А так, масло у нас стоило 75 рублей. А цикорий, в общем, здесь 100 грамм. Цикория у нас стоит 45 рублей. А также мы взяли вот такой вот пакетик молока в Ними Сибирь. 2,5% жирности. Как бы хорошее молоко, всегда его покупаем. И, в общем, там на молоко была скидка. Молоко у нас стоило 39 рублей. Так. И также мы взяли обычное подсолнечное масло, затея вот такое вот. Оно там шло тоже по акции, и, в общем, оно стоило 69 рублей. Также мы взяли масло сливочное вот такое вот. Божья коровка называется. В общем, хорошее масло по утрам кушать. Здесь 82,5%. Написано «высший сорт». В общем, такое вот масло. Оно у нас стоило 96 рублей. Также взяли несколько рулонов туалетной бумаги. Так вот называется она. Красная цена, туалетная бумага без втулки. Ну, в общем, рулон бумаги стоил 7 рублей 90 копеек. Так, дальше мы купили... пол булочки хлеба нарезного, урожайный. Пол булочки у нас стоило 19 рублей. Также купили вот такую вот баночку сайры. Там тоже была акция на сайру. Сайра тихоатлантическая, натуральная, с добавлением масла. Мы, в общем, вот такую брали в ленте. Получается, здесь она у нас стоит 85, а в ленте она стоила где-то рублей 95, по-моему, или 96. Вот такая вот баночка. В общем, такая банка сайры. Также мы купили макароны. Вот такие вот макароны Макфа. Здесь 800 грамм. Ой, 450 грамм здесь у нас получается. Исключительно из твердых сортов пшеницы. Вот такие макароны, они у нас стоили 45 рублей. Также взяли вот такие вот козинаки к чаю. Здесь получается у нас идет, сейчас скажу, ядро подсолнечника обжаренное, сахар. Арахис обжаренный, кунжут обжаренный и, возможно, наличие незначительного количества орехов миндаля, фундука и грецкого ореха. Срок годности 5 месяцев. В общем, вот такое вот сладенькое к чаю с чайком будет само то. Козинаки стоили 49 рублей. И взяли вот такие вот спагетти. Здесь у нас 500 грамм. Паста Зара называется. Они у нас стоили 49 рублей тоже. И взяли еще мы вот такой вот батон. Так, называется он сип-хлеб. Ну, такой обычный батон. Очень удобный для бутербродов. Но он стоил у нас 26 рублей. И я взяла себе
вот такой вот йогурт Данон с персиком. В общем, вот такой вот. И он стоил у нас 17 рублей. И, в общем, нам еще дали, когда мы были на кассе, сейчас маленько пошуршу, нам дали, в общем, вот такую вот карточку. Выручай карта. Баллы за все покупки, специальные акции. В общем, эту карточку нужно активировать. Нам дали вот такую вот бумажку. Ну, в общем, как ее здесь активировать? Зайдите на сайт, заполните небольшую анкету. И, в общем, и дальше тут как бы всякое такое. Также нам дали вот такую вот листовочку. Ластик тролль в подарок. За каждые 555 рублей в чеке. Ну, в общем, вот такой вот вкладыш, тут и как бы ценники всякие написаны, что и как, какие акции идут. И, в общем, нам дали, так как мы купили, в общем, на, сейчас скажу, на 847 рублей, нам дали тролля. Тролля, я не знаю какой. В общем, они дают просто на кассе, они сами выбирают, сами как бы дают. У нас, в общем, вот такой вот фиолетовый тролль. Ну, как бы прикольно, конечно. Вот такой вот. Ну, ребят, вот такие вот покупочки у меня были. Всем до скорых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И будет больше видео. Пока-пока.